друзья. Ну что, в поезде мы еще не возили с вами ничего. Тут у меня товарищ попросил, говорит, не можешь аквариум отвезти в раз окна. Видите, какая коробка. Ну, просто не огромного размера. Это аквариум у нас. Flow Flex 57. Ехать просто так в раз окна. Я оставил машину недалеко от себя. Ну и поехал, потому что на машине ехать это 60-70 евро на топливо. Сейчас у нас топливо стоит уже 2.10. Интересно, что будет через полгода. Взял я с собой мукоряшку. Это улиток не летим. Что у нас еще тут? А, вот видите, бесшумный компрессор. Бактерии. Flow. Ну, чтобы человек сразу мог запустить нормальный аквариум. И вот он. Таблетка так называемая. Вы берете, клеите к стеклу. Очень хорошо держится. И можете спокойненько, бесшумно устанавливать в комнате, где вы спите. А, еще мешок 10 килограмм. Это грунт. Коряшка вот такая ветвистая. А вот тут у нас, вот они, видите, улиточки неретина. Это улиточки, которые не плодятся в аквариуме, которые очень хорошо делают свое дело, чистят. Вот эти красавцы какие. И улитки. Так что отвезем, сегодня отдадим. Часов 7 вернусь домой, потому что в одну сторону 3,5 часа, и назад 3,5 часа ожидания. Целый рабочий день. На электричке давно ездил, приятно ездить. Вот идет контролер, но билет я купил, так что спокойно могу, как говорится, ехать с душой спокойно. Все, друзья, всем пока.